Итак, здорово, YouTube, с вами Арти, и мы продолжаем снимать ролики с My Challenge. С My Challenge, как бы, тут мне на стриме залетели, написали, что это попробуй против пятерых хибо подраться, это просто, типа, невозможно. Я такой думаю, ну окей, ладно. Ну и, собственно, вот, такой вот ролик у нас сейчас начнется. Это смайт, это шибаланки. Специально взял АДК против хибо, так как у них есть пассивка против меня, чтобы было честно. Это средние боты, 5 штук, 5 сильванусов против меня. А, подожди, хибо, я говорю хибо. Попросили меня сыграть против 5 сильванусов, сказали, невозможно выиграть 5 сильванусов. Вот, так как я играю чаще всего в конквест и знаю, что закупаться я тут не умею, но я надеюсь, у меня сейчас все получится. А ты, в свою очередь, если тебе понравится ролик, ты поставишь лайкусик и коммент, обязательно коммент. Может быть, что-то новое придумаешь, чтобы я снял. Какие-то новые челленджи для меня будет крайне интересно, на самом деле, попробовать. Так, все, пошел, аннигиляторная пушка, Сильванус пошел. Блин, жестко. Слушай, это же компьютер, они, по идее, вообще миссать не будут, да? А, давай отойдем. Я не знаю, как закупиться против пятерых сильванусов. Лё, блин, ты чё такой жесткий? Они будут пушить под тавр? Или боты не пушат под тавр? Он что, за красным пошел? Не говори мне, что они еще и бафы выбивают на изичек. Нет, 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 нет! Это что такое? 5 хп! 5 хп, ребят, ну это будет, короче, по ходу дела очень жестко, я, походу, буду только дефаться. Блин, ну это первая попытка, первая запись, типа, я не буду переснимать, ибо это нечестно, неинтересно и бессмысленно будет. Вот, и вообще это первая моя проба такого, такого контента, наверное, я не знаю. Самое главное, чтобы тебе было интересно вообще, возможно, вот прямо сейчас, минута прошла от начала, прямо сейчас напиши, возможно ли выиграть пятерых сильванусов. Посмотри, не полтавра мне скинули, алло, полтавра спушили, камон, серьезно, это так работает разве? Мне кажется, знаете что, то что шибаланки не лучший выбор был против пятерых сильванусов. Знаете почему? У меня пуша никакого нет, я пушить не могу. Крипов, в смысле, быстро убивать. Есть. Я прям чувствую, как я сейчас умру. Я сейчас умру. Да ты посмотри, они даже на меня внимания не обращают. Камон, серьезная игра. Как можно убить пятерых сильванусов? Ну, не на шибаланке, не на АДК, в принципе. Это просто какая-то трешня. Если бы сейчас вон тот сильванус мне притянул, я бы умер, держу в курсе. Это просто какая-то жесть. Не-не-не, я так не играю. Короче, блин, не знаю. Может, 10 дублей сделать, я потом скажу, что первый раз. Охренеть, ну я думаю, по моей реакции будет и так видно, что я первый раз это пробую. Первое, что ужас. Вообще, я такой формат увидел у Викина, естественно. Естественно, я думаю, то, что это он придумал. Ну, может быть, и не он придумал, но я честно скажу, что увидел у него. Но против сильванусов я у него лично не видел. Поэтому, Уикин, if you look this video, try. Попробуй, попробуй, братан. Попробуй победить 5 сильванусов, потому что последнее твое видео было против пятерых хибо. А это такое себе, знаешь. Хибо все-таки магия, и как бы... О, первый кильчик пошел. Хорошо, ФБ на мне. Точнее, мой ФБ. И еще один. Давай, давай. Ай, серьезно, я не достал. Я сейчас могу умереть, кстати. Ля, они давят. Душные какие мобы. Боты. Если бы он сейчас мне дал единичку, я бы умер, скорее всего. Они бы втроем бы меня просто заковыряли бы. Я не знаю, насколько мне нужна перчатка, если честно, в данной ситуации. Наверное, не нужна, если честно. Ну ладно. Они пол хп. Пол хп моему Фениксу сбрили на третьей минуте. Как ты думаешь, я выиграю или нет? Давай, пиши коммент уже. И вообще, понравится тебе подобный формат? У нас очень много смайта, на самом деле, на канале уже разного, разнообразного, я не знаю. Не знаю, тебе должно нравиться. Ну, как я считаю. Блин, посмотри, у них очень правильная тактика для ботов. Они просто идут и просто пушат. Ты умрешь? Ты умер. Очень правильная тактика. Сейчас они могут меня убить, кстати. А у меня нет маны особо. Я зачем туда полез? Мне крайне нужно левел получать. Ты видишь, я постоянно дефаю. Постоянно дефаюсь.
И я из этого не убиваю крипов. А они качаются норм. Еще и пушат на пофиг. Поэтому надо пробовать. Блин, ну это очень тяжело, я вам скажу. Это очень тяжело. Это во мне хухры-мухры. Вот, еще хочу, чтобы ты в комментариях написал, может быть, у тебя есть еще идея, против кого попробовать. Это будет чисто наш с тобой челлендж, поэтому если на русскоязычном ютубе ты увидишь подобное, сразу говори, фу, стерилуарти, фу-фу-фу. Пусть люди знают, что воровать нехорошо подобный контент. Ладно, я украл его. Но все равно будет неприкольно, неприкольно. Я вот такой начал снимать, как Weekend, допустим. Просто от того, что, как сказать, не хотел сказать, делать нечего, но нет. Просто, чтобы тебе показать интересный контент. А какой-то русский возьмет и тоже стырит. Неинтересно и нехорошо так делать. Камон. Не знаю, сейчас если притяну, то умру, скорее всего. У них есть ульта уже у всех пятерых. Главное крипов убить. Как же он хочет меня, посмотри. Но уже лучше, уже лучше. Я могу уже дефаться хотя бы. А, я не могу дефаться. Маны нету. И отходить не вариант. Сейчас пушить будут. Очень тяжело. Нет, 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 нет. Они не миссают. Они не миссают. Я умер. Я умер? Нет, я не умер, но мой феникс умер, наверное. Охренеть, просто жесть. Кто мне там на стриме сказал, давай попробую челлендж? Это что такое? Кто-то уже пробовал, видимо, до меня убивать пятерых сильванусов. Это не работает так. У меня есть один вариант, только... О, камон. Только дефаться пока что. Пока у меня не будет билд, которым я буду их убивать с пару выстрелов. Кильчик, кильчик пошел, хорошо. Главное не умереть. Офигеть! Еще и главное сказали, ты попробуй сложных сильванов. Не могу, брат, тебя отпустить. Я его отпустил. Хорошо, ладно. Ладно, пока дефаемся. Так, ты меня притянул, значит ты хочешь умереть, брат. Хорошо. Еще один кильчик. Очень нужно красный забрать. Я вот не знаю, они будут типа пытаться помешать мне красный выбивать. Я так понимаю, что нет. Фу, вот это пот. Вот это жуткий пот просто. Невероятный какой-то, если честно. Мне нужен палач. Мне нужно их быстрее еще убивать. И вообще хочу собрать... лук с молниями, наверное. Мне нужно больше сплэшей. Нужно крипов, чтобы я мог убивать нормально. О, ну я уже нормально так прописываю. Ладно, теперь я верю, что у меня, в принципе, может получиться. А, эти ж они душные такие. Так, две ульты пошло. Нет, 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 не умри. Серьезно. Серьезно. Я говорю, я... Им урон стал наносить. И что это такое? Минус феникс? Что? Ты слушай, да они так и титана моего убьют туда. Что такое респаун долгий, ну рили? Камон, смайт. Да. Стримить, короче, попроще, чем записывать подобное. Посмотри. Они еще и сапог на кулдаун собрали. Вы че, компьютер? Компухтер, кудахтер, ты что делаешь со мной? Жесть. Антихил нужен. Они выхиливают друг друга просто за несколько секунд. Так, одного вырубили из файта. Так, я и видел. Но сейчас что-то у меня есть ощущение, что я умру, скорее всего, да? Надо им хп побольше снести просто. Бот в этом плане очень стерливый. Они, видишь, как только получают много урона... Смотри, они... Они очень умно отыгрывают. Ну, в смысле, по кулдауну отыгрывают. Потому что компьютер. Слушай, у меня только Ирли. Ай-яй-яй, ошибка, ошибка моя, ошибка. Нет, 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 нет. Я так хотел получить левел, то что просто ошибся. Мне не хватает скорости атаки, очень сильно не хватает.
То есть, чекай, они сейчас забирают моего феникса, получается. И кому он, и что я буду делать? Они вдвоем, наверное, не должны забрать, да? Не должны же забрать. Ну, а вдвоем. Там он еще один уже присосался. Но я надеюсь, единственное, что я титана смогу дефать. И буду дефать, пока не перефармлю их на несколько левелов. В теории это быстрая катка должна быть с моей стороны. Ну, если у меня получится, конечно. И с первого раза, я думаю, не у всех должно получиться. Зря я потратил, наверное. Так, 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 так. Ладно, пусть попушит моего титана. Смотри, они даже под фонтан идут. Вообще не думал, что такое возможно. Ну все, с титаном они уже не справятся. Все, 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 пошел нарезать, пошел нарезать. Самый жесткий шабаланка на Диком Западе. Но мне нужны молнии, так как их 5, куча мобов и всего остального. Мне крайне нужны молнии. Я прям почему-то прям уверен, что мне нужны молнии. Так, заберем кабабчик. Кабабчик. Или антихил сразу. Не, нужна пока скорость атаки. Все равно они не хилятся так сильно, что я не успеваю, типа. Чтобы взять такое. Давай возьмем с тобой. Может быть, урон? Блин, я даже не знаю, что взять. Ладно, давай вот так вот сделаем. Вот сейчас они, короче, будут пушить. И в теории они не спушат мне титана, конечно. Я их всех замедлю и всех убью. Слушай, ну подненько. Подненько и тяжело, так скажу. Потому что до первой смерти, грубо говоря. Как только я умираю, я проигрываю. Вот они молнии в деле, чекай. Сейчас, 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 сейчас. Хорошо, хорошо. Хорошо. Ну, пока живу. Пока живу, но живу только от дефа, если честно. Сейчас теории. Самое сложное, по мне, это, типа, выставить ирли. Вот как только я ирли выстаиваю, собственно, все. Дальше я собираюсь так, что они меня не могут убить. Мне очень нужен деф. Хорошо, что они не ходят на кэмпы, не ходят на этих. Сейчас мы соберем пистилейнс, у нас будет магдев. То есть они будут еще меньше бить. И, соответственно, наверное, я все-таки смогу выиграть. Но если честно, то это как-то жестко. Так, 2250. Давай продадим, че уж. И пойдем вот так вот. Так, у нас будет преимущество. Моя ульта, наверное, на них не работает, я так подозреваю, да? Что он прыгает? Это может быть игроки, а не боты? Что-то я не верю, что это боты. Они очень жесткие, правда. Средний Сильванус, ребят. Вот кто посмотрит видео, попробуйте после моего видео, попробуйте убить. Смотри, я их не пробиваю сейчас. Не-не-не, тут только от дефа пока. Еще, видимо, рано, совсем рано. Да, видишь, пока я их не убиваю. Они меня тоже не убивают, но я их не могу убить. Так, иммортал. Ну, сейчас уже попроще, конечно. Сейчас я еще особо не напрягаюсь, если честно. Они потеряли в уроне, конечно, максимально много теперь. Теперь мне нужно пробивание. Фу, я думал, это будет нереально, если честно. Хорошо, что боты даже средние, но глупые максимально. Ну, молния.
Блин, ну с первого раза. Ля. Куча челленджей я вам записал на ютубе. Я надеюсь, вам понравилось смотреть предыдущие ролики. Хотя, может быть, этот челлендж первым выйдет. Так интересно, наверное, будет. Братаны, красный вы меня не сможете забрать. Хотя, блин, на секунду я подумал, что смогут. Даст. Мне сейчас максимально киллы нужны, алло, убегает он. Ну все, у меня апнутая перчатка, у меня есть 50 лейнс. Они, я их даже в пятером, наверное, не боюсь, если честно. Вот у меня маны даже нету, но как бы... Блин, слушай, или нет, боюсь. А вдруг проиграю сейчас? Ля, душные мобы. Охренеть. Да отстаньте от меня, ля, бежит до конца, до последнего. Ну видишь, в чем их глупость. Короче, убиваешь крипов, а они дальше не идут пушить. Легко. Легчайше. Так, давай вот этот соберем. Мне нужно пробивание, мне нужен антихил. Может быть еще дефа собрать? Наверное, тогда я их вообще убивать не смогу. Так, все, погнали. Сейчас могу закончить, в теории. Ну или они могут закончить. Я не знаю, может быть Аси нужно было собрать. Может быть я с Аси был бы эффективный гораздо. Слушай, ну то, что они не миссуют притяжками, это, конечно, имба. Очень жестко. Не, честно, без шуток очень тяжело играть так. Прям максимально тяжело, если честно. Я не думал то, что так будет тяжело. Думал, будет полегче, гораздо полегче. Но сейчас я уже оверлевел, как бы, и уже, конечно, я не ощущаю их. Может, криты собрать? Они же не будут собирать обратку. Но они кучу всего на хил собрали, как бы. А я собрал антихил, не знаю. Не знаю, на что они рассчитывают с таким билдом. Кудахтер. Все равно не без маны, без единички вообще с ними драться не могу, по факту. Мне нужно взять красный, нужно убить быка, и тогда я смогу закончить. А, алло, мне некуда уже новый билд собирать. Точнее, ну, некуда тыкать артефакты. Окей. Окей. Ну, крайне сложно. Крайне сложно, я бы сказал. Ну ты же знаешь, кто тут как бы, ну, профессионального ДК у нас тут на ру ютубе среди смайтеров. Очень жестко, конечно. Это боты, ребят, боты, еще и сильванусы. Ну казалось бы, да? Они за крипов не идут, вот что я заметил. Так, сейчас если я их здесь побеждаю, так сказать. Погнали. Они фуловые. Охренеть. Это луз. Больше убью, меньше смогут спушить. Не, это не луз. Фу. Нужен еще отхил мне. Хорошо. Очень тяжело. Самое сложное, знаешь что? Мне нужно сделать так, чтобы они... чтобы они не докачались. Сейчас, в принципе, если их по одному буду убивать, то будет изи. О, хорошо, что ты ульт потратил, братан. Еще и умрешь. Хорошо. Но то, что он умер, это очень хорошо. Потому что я сейчас пойду забирать быка и, наверное, поменяю сапожок на Асе. Мне кайтить вообще крайне тяжело. Вот так вот в толпе сильванусов драться очень тяжело. Я еще и банку сейчас возьму. Сразу возьму. Все, сейчас буду заканчивать, ребят. Сейчас буду заканчивать. И так уже подзатянул. У меня есть 8 секунд, чтобы закончить. Я не думаю, что это будет сложно, если честно, сейчас. Пошли нарезать, пошли.
Так. Хорошо. Все. Это победа, ребят. Хорошо. Блин, вот то, что последний убегает, это очень плохо. Там же новые сейчас пройдут уже. Так, Феникс. Фу, блин, вот это пот. Вот это пот. Даже не представляешь, насколько это пот, если честно. Так что давай, после ролика ставишь комментарий. Я еще и умру. Ставишь комментарий, лайкусик, если понравилось, если нет, дизлайк. И идешь пробовать, короче, 5 сильванусов в среднем убить. Фу, я выиграл. Все, ребят, жду вашей активности. Я надеюсь, подобные ролики вам тоже будут нравиться. Я еще кучу всего придумаю. У меня, если этот ролик первый выйдет, он, скорее всего, выйдет первый. Будет еще челлендж на Уля. Я вам потом покажу его челлендж. Еще один с РСом связанный. Ну, короче, все очень круто. Давайте, ребят, жду активности. Спасибо за просмотр, лайки. Вы вообще умнички, красавчики.